Так, друзья, всем привет! Сегодня будем готовить с вами сырный суп. Это у меня здесь 300 граммов шампиньонов, 2 морковки и картошка. Это все мы будем нарезать. А, еще лук, но лук я забыла достать. И вот такой вот сливочный сыр плавленый. А здесь у меня куриные бедрушки. Они уже порубленные. Для бульона будет очень вкусный куриный сырный суп. Сейчас включу газ, чтобы они начали закипать. Так, курица у нас уже закипела. Пусть она варится пока минут 15, а тем временем мы будем делать поджарку. Еще надо обязательно не забыть посолить. Так, почти все готово. Вот грибы. Вот таким методом я их нарезала. Таким образом картошка. Здесь у меня, здесь морковка, лук. Неважно, какая нарезка, все делайте, как хотите. А сейчас я натру вот эти вот 300 граммов сливочного сыра, плавленного на терке, на крупной терке. Готово. Так. Курица, можно сказать, у меня уже тут сварилась давно, пока я все нарезала. Добавила я сюда уже картошку. Тут одна морковка одна плавает, попала. А тем временем я начинаю готовить зажарку. Сейчас мы обжарим морковку с луком, потом добавлю грибы, пожарю отдельно и все добавляю в суп, а далее сыр. Так, морковка с луком у меня уже обжаривается. Так, морковка с луком, да, уже готова. Все, я ее добавляю в суп, а сюда мы, как их, грибы добавляем, обжариваем. Грибы хорошо обжарить на сливочном масле. Но сливочного масла нет, поэтому их обжарю просто так. А это мы добавляем в суп. Грибочки закинула, шипят. Сейчас они выпустят свою воду. Потом мы дождемся, когда вода вся испарится, их сок, они обжарятся и все. И, в принципе, у нас уже готово. Ну, вот видно то, что они уже пустили воду. Сейчас пока тушатся, можно сказать, в собственном соку. Вода испарится, обжарятся. И все, буду добавлять их в суп. И готово. Потом сыр. И минут 5-10 он еще немножко так потомится. И все, и можно будет выключать и пробовать. Красота, супчик уже сварился. Сейчас я буду добавлять сыр. Ну, теперь ждем, когда он расплавится. Все, сыр растворился, суп уже готов, можно выключать. Такая вот получилась красота. Грибочки, морковка, лук, курочка, картошка. Все, выключаем, пусть он немножко постоит, минут 15 настоится, а потом будем пробовать. Так, ну что, друзья, приступаем к дегустации. Так, тут у нас вот и грибочек есть, и морковка, картошка, тут вот кусочек курочки. В общем, сейчас самое главное, пробуем на соль.
ну и вообще в целом на вкус. Ой, какой он вкусный, такой насыщенный вкус. Чувствуется то, что он сливочный, но в этот раз соли мало. Я всегда не угадываю, я либо недосолю, либо пересолю. Очень редко бывает, когда я попадаю. Но очень вкусно. Вообще класс. Но в целом нормально получилось. Очень вкусно, я очень довольна, очень получился вкусный суп. Тоже готовьте. Я думаю, то, что вам тоже понравится. Сыра можно побольше, у меня здесь 300 граммов, но у меня очень большая кастрюля, поэтому можно было бы даже 500 граммов положить. Ну, там смотрите уже, как говорится, по вкусу, по емкости вашей посуды, ну и так далее. Все, всем приятного аппетита, всем хорошего настроения, готовьте, пробуйте. Всем пока!